Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забрали с тобой награды. Сегодня я, надеюсь, попаду в Лигу Мастеров. Три звезды. Фулл место. Да, именно так я сегодня и хочу поступить. Так что давай будем потихонечку приступать. Так, и еще я думаю, что мы накопим жетоны на того, чтобы купить 3 ДНК. Сам знаешь на кого. 3 ДНК на маузеров. Так, ну что, поехали. Блин, какое поехали. Рэй, ты че? Вот теперь можно ехать. Но правда, мы сейчас с тобой столько оставим здесь. Блин, по 4. 10 это уже дофига. Так, 20 есть. Едем дальше, ноутбук Дона. Так, 2 бакса. И еще 20 жетонов, нормально. Так, ребят, еще надо 40 жетонов, 30. А так, по большому счету, 20. Все. Бежим в магазин. Вот они, наши маузеры. И покупаем 3 ДНК. Замечательно. Так, здесь мы за то, что открыли колоду, забрали наши награды и пройти серию испытаний. Быстренько сейчас мы ее пробежим. У нас закончился круг, да? Первый только лишь. Первый круг у нас подошел к концу, как ты видишь. Так, подожди секунду, дай-ка я, наверное, возьму здесь Лео или Майки. Ну, то есть Лео, Майки, по-моему, никто из них у нас еще не использовал, вроде бы, хил. Так что сейчас залечим наших пацанов. Бомбочкой. Так, слушай, а у Майки хила нету. Ты хорош, успокойтесь, ребята. Здесь наказали. Во, Лео. Лео нас выручает. Лео нас отлично выручил. Ну что же, добиваем. Блин, отложенная смерть была. Ну что же, у нас вторая волна. Последняя, можно так сказать. Давай я валуном. Я не буду здесь долго с ними елозить. Сразу валунчик и добивку на нейтрализатора. Вот и по красоте. Так, ну что, ребята, здесь все прошли. Серию испытаний. Теперь заберем награду и пойдем сейчас, наверное, искать нужные детали. Мы прокачивать продолжаем нашего Майки по скиллам. Так, нам нужно найти 2 бинокля. Один есть. Второй тоже нашли. Так, с биноклями все, разобрались. Теперь 12 кружек, ребят. Одна есть. Так, одна-то это понятно, ребята. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Слушай, шестая. Нормально идут, кстати, я тебе скажу. Очень хорошо. Так, это уже восьмая, получается, да, по-моему? Восьмая. Нужно еще, так, девятая. Десятая. Одиннадцатая точно у меня. Да, это одиннадцатая. И, получается, нужно последняя. Двенадцатая. Все, ребята, с кружками закончено. И прокачиваем. Нет, не... хотя все, все, ребят, прокачиваем до пятой ступени. Замечательно. Так, нам нужно будет потом найти с тобой кошек, шляпа 5 этих с напитками и 14 наушников. Наушники будут проблематично, скорее всего, найти. Так, это мы обменяем. Ну что, друзья, турнирная арена. Ранг, как ты видишь, у меня 91, все-таки меня скинули. С Лиги Мастеров мы до одной звезды, по-моему, добрались или нет? Я вот что-то не помню, вчера. Тебе не помню, добирались мы вчера или нет. Так, я взял Донателло, зачем мне здесь Донни? Ну, в принципе, ребята, он, наверное, он будет справляться. Я имею в виду, что по инициативе он сходит вторым сразу же после Крэнга. Я, честно говоря, на это надеюсь. Ну, потому что здесь больше вроде бы как бы у врагов нет таких инициативных персонажей, которые бы могли нас переплюнуть. А Донателло ничего не стоит, просто их добить своими сюрикенами. Ребят, я только с душа, с ванной весь еще, как говорится, не остыл. Весь теку. Так, ну что, с 91 места мы переходим на
78-е. И Карина. Какая тут у нас Кариночка, а? Просто загляденье. Так, берем Армагона и возьмем. Ну, давай возьмем Леонардо. Давай, хорошо, уговорил. Нам вчера не хватило отыграть все-таки некоторых персонажей, потому что не хватило откатов, как ты помнишь. Сегодня... Ну, сегодня нам не так много боев, во-первых, нужно пройти. Потому что сейчас мы с тобой доберемся до Лиги Мастеров 3 звезды, а там надо будет, ну... По минималке 10 поединков. И если мы сейчас с тобой вот дойдем быстренько в течение там 4-5 ходов до топчика, ой, до Лиги Мастеров 3 звезды, хотя уже вряд ли. Уже вряд ли. Начинают ребята меня здесь палки в колеса подставлять. Бакстер, Стокман плюс Зек. Оу, щит, а у них же Хан. Так, ребята, если у них Хан, мы тогда будем делать вот таким вот образом. Да-да, я знаю прекрасно, что Хан, скорее всего... Ну, Зек будет мой первым ходить. А после Зека уже будет выступать Хан. Это я тебе точно гарантирую. Хорошо, что он начал бить в Бакстера Стокмана. Бакстера, естественно, ему не пробить, потому что он сотого уровня. Если бы он начал бы, например, бить по Сплинтеру или по Змее Карай, то, возможно, мог бы сколько-то хп отнять. Но... Уничтожить полностью вряд ли. Не смог бы он одолеть. Всего лишь 7 ступенек мы пролетели. Что-то, ребята, они вообще зажимают тут капитально меня. Угу. То есть не дают, как говорится, развернуться по полной программе. Вечно какие-то неполадки. Ну что, давай кожеголовый, я надеюсь. Так, ну начали Шредер, понятно. А следом кожеголовый. Давай, бомби. Красавчик. Просто красавчик. Ну, я думаю, такими темпами мы, в принципе, должны сегодня взять топ. Да что ты будешь делать? 47-ю позицию дали. Так, а вот, ребята, и максимальная награда. То есть 17-24. Макман, например, вместе с Ванькой. Как думаешь, они смогут здесь разрулить ситуацию? Нет, понятно, что Микеланджело будет обязательно делать уклоняху. Обязательно, без нее, ну, никуда, просто-напросто. Так, ну давай посмотрим, как будет у нас сейчас. Ага, не попал. Прикинь, он не смог попасть по карайке. О, зато, ребята, да. Зато Сплинтер очень хорошо пробивной сделал. Ну-ка, Ваня, давай, разберись. Вот и все. Ваньки, ты что, фигли? Взял базуку, достал и бомбанул. И по барабану их на всех. Так, ну что, 37-й будет место у нас? Даже 35-й. Вот сейчас вот хорошо прошли. Так, нет, подожди-ка, давай ко мне по максималке. 17-24 было, вот. И не надо мне занижать, пожалуйста. Не надо. Не люблю этого. Слушай, тут инициатива у ребят очень крутая, я тебе скажу. Так, давай-ка, наверное, вот этих возьмем. Тут у них, видишь, майки. Майки видения. Вот, вот он. Поэтому нам нужно как бы можно быстрее сейчас наказать их, чтобы они не начали здесь выпендриваться. Красавец Усаги. Минус один. Этот сейчас должен, ребята, хотя... Да, они все, ребята, погибнут от постепенного урона. Что облегчает нам дальнейшее продвижение. Так, ну что, 25-е? 22-й, даже больше, ребята. Мы не 10, а целых 13 позиций пролетаем. Целых 13 позиций. Ну что, давайте мне 17-24. Ну тут, конечно, команда. Мне придется взять, наверное, вот так вот. И вот так. Блин. Бакстер там еще этот. Лео у них. Бакстер, Майки, Рафаэль. Видение. Ты вот сейчас издеваешься, да? Блин, ну ты издеваешься просто. Давай, Лео, падай. Нет, тогда будем ронять этого. Уронил, называется. Так, он в инвиз уходит. Сейчас Бакстер, да, будет ходить? Сплинтер.
Ух, кому-то сейчас... Ты прикинь, как он бомбит, Сплинтер. Ребята, это вам не шуточки. Это вам, блин, не шуточки. Да пробей ты его, а. Есть. Так, Сплинтера ушатываем, наверное, да? В плане. Какое мимо? Вы чё? Ребят, вы что, оборзели, что ли? Какое мимо? Фига себе, мимо. Просто по Сплинтеру не попали. Шреддер не попал по Сплинтеру. Это, конечно, что-то с чем-то. Так, друзья, 19 откатов у нас. И мы еще до сих пор не в Лиге Мастеров 3 звезды. Да. Так, ладно, вроде прогрузилось. Ну, давай мне 17-24 опять. Опять хочу 7... Блин. Вот, есть такое дело. Сколько у меня откатов? 19. Возьмем Армагуна. И возьму Леонардо. Наши шансы, блин, ребята, тают прямо на глазах, если честно. Я имею в виду шансы топа. Если сейчас вот так вот пойдет, ну и как мне? Мне не хватит. А доллары... Мы потратили с тобой сегодня доллары. Жестко, конечно. Ладно, сегодня у нас что, четверг, да, получается? Завтра у нас будет пятница. Завтра мне на прием идти. Дальше, я не знаю, ребята, выпишут меня или нет. Наверное, выпишут, скорее всего. И... Слушай, а что у нас получается? Если у нас пятница... Как у меня получается работа-то? Давай-ка глянем. Давай-ка мы посмотрим по нашему графику, как я буду работать. Если меня, например, завтра выписывают, то в субботу мы идем на работу или у нас будет выходной? Так, ребят, в пятницу у меня крайний выходной. То есть суббота и воскресенье — это... С утра. Ну да, если меня, например, завтра в пятницу выписывают, то... Если меня в пятницу выписывают, значит, в субботу я иду уже с утра на работу. Но, если честно, ребята, я себя не очень хорошо еще чувствую. Ну, как бы лучше, да. Кашля вроде поменьше стало, но ночью все равно кашлю. Температуры... Ну, температура так себе держится, там, 37... 36,8, вот такая вот, ну, мерзкопакостная. И очень сильно болит голова. Я не знаю, ребята, чего. То ли от того, что я кашлять начинаю, голова болит, то ли от того, что у меня на шее, не знаю, очень болит шея. Может быть, нерв защемило, фиг знает. Но голова болит. Вот, и кашель, он никуда не делся. Поэтому я не знаю, если она выпишет. Просто боюсь, что опять, как вот раньше было, выписывают тебя. Ты объясняешь врачу, что типа, ну я не очень... Она, как себя чувствуешь? Ну не очень. Ну по тебе не скажешь. Ну а что я должен прийти к вам сюда с это, как слюнтяй, чтобы у меня слюни текли, извини меня, и сопли, блин. Естественно, перед приходом к врачу ты приводишься в порядок, ты моешься, ты, извини меня, как бы, я не знаю, там, одежду чистую надеваешь, ну, чтобы не вонять там потом своим, согласись. Там платок носовой в конце концов носишь, чтобы высмаркиваться, выхаркиваться. Что, вот что? Или я должен прийти как забулдыга, у которого, блин, впалые глаза, сопли пузырями и это... Ой, что-то вы выглядите хреново, прижите-ка вы... Нет, конечно, ребят, конечно нет. Должен прийти нормально. Не слюнтяем. Но если она не верит на слово, то, понимаешь, дело в том, что она тебя выписывает. Ты в итоге на работе нет возможности, ребята, полежать, отдохнуть, выпить таблетки. Ну, выпить таблетки-то ладно, есть. Но там слишком напряженная работа, чтобы релаксировать, так скажем. Там нету ни доли покоя. Там вот только единственный, это когда перерыв на обед, полчаса, все. Это единственное время. И все, ребята, и... Полчаса, сам понимаешь. И вот ты прикинь, 12 часов монотонки. 12 часов монотонки. Ой, не знаю, не знаю. Короче, боюсь заболеть и слечь опять. Ну, просто там уже будет не очень приятно с моей стороны. Ты же как бы приходишь, там придется опять искать кого-то человека, замену. Понимаешь, да?
То есть это уже как бы косо смотреть начинает на тебя. И причем начинает думать, что ты косишь. Я на больнике был в последний раз, если не ошибаюсь, 2 года назад. Ну, я там хорошо, конечно, на больничный попал. Где-то на полгода, если честно, там очень долго пролежал там и с почками, и печень, там и желчный, там, короче, весь как. Там и с поясницей. Ну да, в принципе, с поясницей ездил, МРТ делал. Там у меня и грыжи 4 штуки, блин, 2 из них операбельные. В общем, там, короче, полный свистец, так скажем. Вот, и как бы это, поэтому как бы назвать косарем, я бы так не решился бы себя назвать, что я кошу. Это, знаешь, это было такое время, когда в школу мы ходили, и ты знаешь, что у тебя экзамены, какая-то контрольная работа, да, и ты начинаешь заболевать, ешь там, идешь по улице, жрешь сосульки, там снег, чтобы у тебя лишь бы горло заболело, чтобы маме сказать: «Мам, я себя плохо чувствую, можно я сегодня не пойду в школу?» Мама там: «Да-да». И ты: «Ес». И знаешь, что самое обидное? Когда тебе приходит друг и говорит: «А ты знаешь, а экзаменов сегодня не было». Ой, ну и этих... ты понял, короче, экзамен. Что мне экзамен? Экзамены-то в голове сидят. Короче, контрольной не было. И ты: «Твою ж налево, блин!» Думаешь, вот это я сам себе подосрал. Да, такое бывало. Это я, ребят, не спорю. Но это все детские, так скажем, шалости. Сейчас уже, конечно же, все немножко по-другому. Все-таки взрослые люди, поэтому... поэтому косить — это не наш метод. Тем более мне тут осталось немножечко поработать. Сколько там у нас? 45 пенсии, да? Еще буквально 2 годика и нормально будет. Ну, 2,5. Хорошо, говорил, 2,5 годика. А лишь бы дожить до этой пенсии с такими сейчас, я не знаю, ребята, как бы вам сказать, с такой политикой и темой, которая у нас сейчас в мире творится, я вообще не знаю, чего ожидать в ближайшее время. Просто не знаю. Вот. Монетизацию у нас отобрали, то есть мы сейчас сидим. Я, как ты видишь, я даже, ребята, не стримлю. Если бы я на стримах, я бы, может быть, что-то от вас получал. Может быть, какой-то донат. Может быть, опять же, не уверен, что у вас тоже там есть деньги как-то там помогать. Вот, а тем более у меня для детей канал рассчитан, как бы, сам понимаешь, у детей, откуда у детей денежка? Ну, нету. То есть на чистом энтузиазме играем, ну, просто мне нравится играть, ребят. Просто мне, ну, нравится вот мне вот играть, вот всю свою бытность, сколько помню, начиная с Dendy, Sega, Dreamcast и PlayStation, и все у меня вот было в жизни, вот все время я играл во что-то. Как всякие консоли разновидности были. Поэтому как бы для меня это не сложно. Да, отнимает очень много времени, я знаю, ребята. Вместо этого я бы лучше в квартире делал бы ремонт. Но опять же, ребята, в квартире ремонт делал. Денег нету на материалы. А материалы нынче дорогие. И ремонт у меня просто грузом мертвым стал. Тоже, конечно, обидно. Да еще много чего нужно купить для переезда. Так что пока, ребята, это откладывается черный ящик. Не будь у меня вот этого кредита, который у меня просто сейчас большую часть денег жрет, тогда да. Тогда было бы хорошо. Ну и еще алименты, естественно. Хорошо, что раньше у меня было 50% аликов, сейчас уже 35%. То есть поменьше. Ну что, друзья мои, мы выбились с вами в первое место, в топчик, как ты видишь. И все. Сегодняшняя цель у меня выполнена. Так, у нас сколько... Что, у меня всего один откат? Ой, это, ну да, откат. Так, поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? 21 000. Мы прокачиваем нашего... Нет, не майки, правильно. Правильно, вовремя я остановился. Мы прокачиваем слэша. Куда он у меня делся-то? Где слэш? Вот он. Стоит пузан. Ну что, 61 уровень у нашего слэша. Глядишь, потихонечку так и до 70-ника мы доберемся. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.